Японцы, как всегда, удивляют. В Японии установили автомат, в котором можно выиграть рандомный процессор. Интересно, какой попадется герой видео? Чтобы сыграть, нужно поместить 500 йен, 300 рублей, или же воспользоваться лайфхаком. Берем рубль, берем бумажку, ставим рубль на бумажку, делаем аккомпанемент. В итоге герой видео получил покебол, в котором его ждал... Это что за покебол? Сначала я подумал, что это Зиончик Е5. Разгоняю я Е5, и мне не важен Ryzen 5. Но оказалось, что это всего лишь... Встречайте второе поколение процессоров Intel Core. Говорят, в этом автомате могут выпасть и современные процессоры. А что если нам в Itimani тоже поставить такой автомат?